Доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Кто еще не успел сесть в зале, рассаживайтесь, мы начинаем. Меня зовут Сергей Глухов, я генеральный директор сообщества предпринимателей «Клуб лидеров». И сегодня, по мере возможности, я буду модерировать эту сессию. И надеюсь, что нам удастся сегодня не только высказать свои позиции, но и немножечко подискутировать. И уже по сложившейся традиции мы здесь, на Петербургском экономическом форуме, обсуждаем волнующие бизнес-вопросы. И вот уже в четвертый раз мы поднимаем одну из важнейших тем. Это доступ субъектов МСП к закупкам, госкомпаний. Поэтому я не буду сейчас подробно останавливаться на значимости этой темы. Я думаю, все и так об этом достаточно хорошо знают. Но я лишь отмечу, что сегодня рынок закупок у субъектов МСП уже составляет более 3 триллионов рублей. И, по сути, это сегодня является одним из ключевых драйверов для роста малого и среднего предпринимательства. Ну и, наверное, в том числе это является таким значимым фактором для развития инновационной, рынка инновационной и технологичной продукции. Традиции. Мы пригласили на нашу панельную дискуссию представителей и участников, так сказать, всего этого процесса, Института развития, представителей региональных федеральных органов власти, бизнес-сообщества, которое у нас здесь сидит в зале, ну и, конечно, компании, крупнейшие российские компании, которые и являются непосредственно этими заказчиками. Я по ходу дискуссии всех буду представлять, чтобы сейчас на этом не останавливаться. Единственное, прошу, уважаемые участники панельной дискуссии, 5 минут, пожалуйста, на выступление. Очень много, хочется выслушать всех. Итак, как вы помните, в прошлом году на Петербургском экономическом форуме, даже если я не ошибаюсь, в этом же зале, мы впервые в России представили рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП, который подготовило агентство стратегических инициатив при поддержке корпорации МСП и клуба лидеров. И первому я бы как раз хотел дать слово Артему Аветисяну, председателю клуба лидеров, директору направления агентства, директору направления «Новый бизнес» агентства стратегических инициатив. Артем, мы в прошлом году договорились о том, что этот рейтинг станет ежегодным. Это слово мы сдержали. Я думаю, что сейчас мы огласим результаты этого рейтинга. Ну и в целом я бы хотел узнать, на ваш взгляд, что за этот год изменилось в сфере закупок. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, точнее, доброе утро. Сергей, ну как говорится, обещанного 3 года ждут. Но мы 3 года ждать не стали, и, как вы уже догадались, судя по названию сессии, мы такой рейтинг подготовили. И вот у меня сразу вопрос в зал. Кто у нас уже был в прошлом году на сессии, в прошлом или позапрошлом? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, вижу, что были не все, поэтому предлагаю, давайте поставим ролик для тех, кто не был, чтобы напомнить вообще, что это такое. В 2012 году предприниматели в России впервые смогли участвовать в создании реформ, цель которых – улучшить условия ведения бизнеса. Это стало возможным благодаря национальной предпринимательской инициативе, реализованной на площадке ОСИ. Представители компаний вместе с органами власти и экспертным сообществом сформировали 12 дорожных карт. По сути, это новые правила игры между госструктурами и бизнес-сообществом. По пунктам прописано, что нужно сделать, чтобы вести бизнес в нашей стране стало легче, дешевле и быстрее. Для достижения этих целей за 5 лет были созданы и изменены сотни нормативно-правовых актов и законов. Одна из ключевых дорожных карт была призвана расширить доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам. В результате реализации этой программы удалось сократить срок подписания договора с субъектами МСП до 20 дней, запустить партнерские программы между заказчиками и бизнесом, сократить срок оплаты выполненных работ до 30 дней и, главное, установить обязательную долю годового объема закупок госкомпаний
у малых и средних предприятий в размере не менее 18%. И хотя реализация этой дорожной карты завершена, работа продолжается. Сегодня увеличение доли госзакупок у небольших компаний координирует корпорация малого и среднего предпринимательства. Объемы сотрудничества существенно растут. Если в 2015 году товаров и услуг у малых и средних предприятий закупили на 64 миллиарда рублей, то в прошлом году уже на более чем 3 триллиона рублей. Также за 4 года удалось в 40 раз расширить номенклатуру закупок. Как оценивает ситуацию сам бизнес, принимающий участие в закупках? Чтобы выяснить это, агентство стратегических инициатив при поддержке корпорации малого и среднего предпринимательства, ВЦИОМ и Клуба лидеров провело масштабное исследование. Был составлен рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к небольшим компаниям. Впервые эти данные представили в 2018 году на площадке Петербургского международного экономического форума. Бизнес и госкомпании поддержали идею сделать его ежегодным. Топ-50 крупнейших заказчиков страны. 2000 опрошенных предпринимателей. 5 целевых показателей. Как распределяться позиции крупнейших заказчиков в этом году? Вот мы обновили информацию по рейтингу, но я предлагаю такую небольшую интригу создать и рейтинг сейчас пока не показывать. И, Сергей, вот мне задали вопрос по поводу изменений, что же произошло вообще в сфере закупок за последнее время. И, готовясь к сессии, мы с коллегами сделали небольшую ревизию, чтобы просто понять, есть ли какие-то у нас серьезные изменения за последнее время. И вот приведу несколько примеров, таких самых значимых. Мы говорили об отсутствии единого реестра субъектов МСП. И госкомпании жаловались, что нет понятного списка поставщиков. И вот такой реестр появился. Александр Арнольдович Браверман даже пошел дальше. Он, наверное, у нас будет чуть позже, да. И еще создал реестр производственных субъектов МСП. Сейчас их уже 12 тысяч, и надеемся, что он будет расширяться. А это все потенциальные поставщики для госкомпаний. Это первое изменение. Второе, вот мы несколько лет подряд говорили о том, что огромное количество электронных площадок, там было более 100. Более того, очень сложная была процедура подачи для тендеров. Нужно было платить там до 150 тысяч рублей. И вот несколько лет ничего не менялось. Количество даже площадок, я бы сказал, немного даже росло. И вот что на текущий момент? Все, наконец-то нас услышали. Сейчас таких площадок 9. И... Значит, на многих даже бесплатно участие, а на остальных платит около 5000 рублей победитель. И вот у нас в зале Владимир Лишенков, генеральный директор ОРТС «Тендер», он может, я уверен, это подтвердить. И третий вот вопрос, который, наверное, стоит затронуть, мы его тоже обсуждали. Не было отсутствия понятного механизма для доступа технологичных предприятий к тендерам госкомпаний. И здесь тоже есть движение. Важно, что госкомпании начали сами такие условия создавать. Вот в частности, приведу пример компании «Интеррау». Здесь есть хороший опыт. Коллеги, я вижу, тоже в зале присутствуют у нас. Вот. Пример из сферы изобретений, есть электростанции, там для того, чтобы доставлять уголь, используются ленточные конвейеры. Эти конвейеры – это очень ненадежная такая штука, они очень быстро ломаются, их надо каждую неделю, из-за того, что лента смещается, их каждую неделю нужно настраивать. И, естественно, это все влияет очень серьезно на производительность труда и так далее. И вот один изобретатель в Ярославле придумал механизм, как сделать так, чтобы эти конвейеры уже не нужно было настраивать. Естественно, это там в несколько раз увеличивает все показатели, улучшает. Вот. Но если бы он
в обычном режиме подавался на тендер, он бы никогда не прошел. То есть, во-первых, у нее нет опыта работы, да, и компании как таковой, в принципе, нет, только опытная разработка. Вот, но, ну и фактически получается замкнутый круг. То есть, даже если хорошее изобретение, хорошая идея, как она будет внедрена? Но благодаря вот целой, я бы даже сказал, как сейчас это модно говорить, экосистеме в Interao, там единое окно, специальная даже вот программа выращивания поставщиков, уже, насколько я знаю, предприниматель заключает договор на опытную эксплуатацию своего изобретения на АГРЭС в Тульской области. Вот такое у нас движение. Спасибо. Спасибо, спасибо, Артем Давидович. Ну что, коллеги, давайте, может быть, чтобы нам... Чтобы нам сейчас как-то получить в том числе и пищу. Я уверен, я прошу прощения, да, я уверен, что есть еще много примеров. Я просто такие три, на мой взгляд, знаковых привел, но коллеги и, может быть, кто-то в зале тоже будет готов тоже примеры привести. Ну вот я сейчас как раз хочу перейти к рейтингу, чтобы дальше у нас было и пища для размышлений и обсуждений. Итак, друзья, я попрошу вывести на экран рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП. Из топ-10 мы выбрали 10 компаний, а точнее, вот я вижу уже, что 11 компаний, просто 3 компании набрали примерно одинаковое количество баллов. Итак, «Газпром Трансюгорск», инжиниринговая компания «Ассе», «Аэромар», 8 место МРСК «Центр» и «Приволжье», 6-7 место делят между собой компании «ВТБ», «Банк ВТБ» и «Ростелеком», 5 место «Центральная пригородная пассажирская компания», 4 ВК «2» и 3 лидера – это «Тюмень Энерго», 2 место компания «Автодор» и «Мосводоканал». Друзья, собственно, давайте поаплодируем. Многие из представителей этих компаний здесь в зале присутствуют. И на самом деле я могу сказать, что достаточно существенные изменения произошли к рейтингу по сравнению с прошлым годом, потому что вот в ролике было показано, у меня сейчас перед глазами, 5 новых компаний появилось по сравнению с прошлым годом, и тройка лидеров в том числе достаточно существенно изменилась. Я бы хотел сейчас как раз дать слово. Вот мы на днях буквально завершили как раз опрос предпринимателей по этому рейтингу. Поэтому, к сожалению, представители Мосводоканала не успели приехать на нашу сессию, поэтому я, наверное, хотел бы передать слово представителю компании, которая заняла 2 место в этом рейтинге, Александру Соколову, заместителю председателя правления по конкурентной политике госкомпании «Автодор». Александр, ну вот в прошлом году, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю, да, вы были на 10 месте, сегодня на 2-м. Что вы такое сделали существенно, что предприниматели вас так хорошо оценили? Пожалуйста. Коллеги, доброе утро. Вы знаете, на самом деле мы просто качественно и стабильно продолжаем выполнять свою работу. У нас появилось достаточно большое количество новых подрядчиков, потому что основной объем по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства – это строительно-монтажные работы, связанные с выполнением капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог. Мы расширили перечень товаров, работ, услуг, активизировали работу по привлечению партнеров в нашу программу партнерства. Все прекрасно знают этот механизм. Вот. И дальше могу сказать, что будем только усиливать все наши действия, потому что в ближайшем будущем нас ждут большие глобальные задачи, поставленные президентом и правительством, в том числе это масштабнейший проект по строительству новой трассы Москва-Нижний Новгород-Казань. Там объем инвестиций планируется где-то в 550 миллиардов рублей. И, естественно, мы максимально будем привлекать к этому строительству субъектов МСП. Поэтому я и всем присутствующим здесь коллегам могу пожелать только одного – качественно делать свою работу, помогать субъектам и взаимодействовать с нашими институтами развития данного сектора. Большое спасибо хочу сказать корпорации, как всегда, потому что команда
которую Александр Арнольдович возглавляет, с каждым годом набирает обороты, и те проекты, которые они сейчас запускают, они достойны действительно там только уважения и почета. И также хочу сказать большое спасибо «Опоре России» Александр Сергеевич, с которым мы тоже активно работаем по новым направлениям, которые даже не связаны с закупками, а наоборот, со сферой продаж. Ну, времени мало, просто не буду на этом проекте останавливаться. Конечно, большое спасибо «Деловой России», с которым мы тоже активно сотрудничаем. Вот. После этого рейтинга начинается новый путь, новый старт для следующего. Поэтому, коллеги, всем добрый путь и хорошего вам дня. Спасибо большое. Да, спасибо. Две компании у нас здесь представлены из структуры Россетей. Собственно, компания, мы уже не раз отмечали успехи Россетей в сфере закупок. И компания активно очень взаимодействует с субъектами. И, насколько я знаю, что у группы компаний доля закупок у малого и среднего бизнеса гораздо выше вот этого утвержденного правительством квоты 18%. Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности компании. Юрий, сколько сейчас у вас уже приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства? Сергей, спасибо за вопрос. Хотел бы сказать, конечно, что 52% – это та цифра, которая была по прошлому году внутри группы компаний. Если говорить по этому году, по первому кварталу, то у нас по общим закупкам 70% объем закупок, да, именно у субъектов малого и среднего предпринимательства, а спецторги составляют порядка 30%. Но нужно отметить, что эта статистика, она как бы идет в динамике, она увеличивается из года в год. И здесь, конечно, бы хотелось отметить, вот в ролике вначале прозвучало, что в 2012 году как раз вот я хотел бы отметить здесь ведущую роль, наверное, агентства стратегических инициатив, когда Андрей Никитин, да, Артем Аветисян совместно с большими крупными компаниями создали рабочие группы, которые реально работали вот в офисе агентства стратегических инициатив практически каждую неделю, собирались, да, собирали там ту информацию, которая была на тот момент времени в компаниях, и практика, которая была, они вот влегли в основу тогда дорожной карты, утвержденной вот в 2013 году, 876 постановление, да, впоследствии в топ постановление правительства 1352, которое мы сейчас обсуждаем. Да, и здесь хотелось бы сказать, что, конечно же, вот Александр Арнольдович, безусловно, там был у нас вопрос, связанный с этим постановлением. Там, да, были вопросы, есть ли или нет субъектов МСП, могут они или не могут выполнять те или иные работы. Да, то есть, и вот та работа, которую Александр Арнольдович совместно о которых мы сейчас говорим, они сказали и дали ответ на эти вопросы. Да, то есть есть возможность, мало того, безусловно, если говорить вот в статистике, вот сейчас 52%, да, начинали 16%, а если в общих цифрах, да, то в целом как бы спецторги вот в первый год, когда мы начинали работу, это было 62 миллиарда, да, сейчас уже порядка там 130 миллиардов объем именно спецторгов, а общий объем закупок, который осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом договоров, которые на общих основаниях они приходят и выигрывают, эта цифра уже больше 230 миллионов. То есть в целом за вот этот год, который, года, которые прошли вот в этот период времени, да, там с момента старта 1352, порядка 700 миллиардов, там более 700 миллиардов, там было именно тот объем работ, товаров, услуг, который выполнил малый и средний бизнес. Мы его расцениваем как партнеров, потому что реально для нас, как для всех инфраструктурных компаний, крайне важно качество выполняемых работ, да, и степень готовности компании, но мы видим, и эта статистика показывает, что малые и средние предприниматели выполняют эти работы и достаточно качественно эту работу проводят. Поэтому мы готовы продолжить эту работу. Хотелось бы, конечно, еще раз поблагодарить организаторов мероприятия, да, хотелось бы поблагодарить тех всех, кто ежедневно, с кем мы взаимодействуем в этой работе, агентство стратегических инициатив, «Опору России», корпорацию МСП, да, и мы готовы дальше работать на то, чтобы двигать нашу экономику, для того, чтобы менять структуру экономики. Очень важный проект, и мы рады, что мы в этой работе тоже участвуем. Спасибо. Да, аплодисменты. Больше половины на субъекты МСП приходится. Это такой существенный достаточно результат. Да, Артем Давидович, хотел добавить. Если позволите, хочу просто добавить, что при проведении рейтинга мы также учитывали, смотрели и считали практическое внедрение инновационных решений при взаимодействии МСП с заказчиками. То есть вот этот показатель оценивали. И
получилось 26% тех, кто, у кого успешный опыт такого внедрения получился. В принципе, это уже неплохой результат, но есть к чему стремиться, то есть потенциал для роста есть. Кстати, мы в 12 часов в этом же зале поговорим как раз о том, что мешает как раз стартапам. В этот зал. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот поскольку как раз упомянули об этом, если вы видели в методологии, у нас 5 показателей, по которым, собственно, составляется этот рейтинг. И Артем Давидович сейчас сказал как раз про один из этих показателей, как вклад в технологическое развитие. У нас, если я не ошибаюсь, есть вот этот рейтинг, то есть мы выделили 10 компаний, которые стали лидерами по показателю именно по вкладу в технологическое развитие. Да, будьте добры, выведите, пожалуйста, на экран в эти 10 компаний. Да. Итак, вот это лидеры рейтинга по показателю вклад в технологическое развитие. Ленэнерго, Автодор, Ростелеком, Аэрофлот, Сбербанк, первые 5 мест и Мосводоканал, который является лидером основного рейтинга. Здесь на 10-й позиции 8-9 РЖД, МРСК-центр Поволжье, Башнефть и Центральная пригородная пассажирская компания. Но вот поскольку здесь я вижу, что как раз есть компании, которые как раз входят в группу российских железных дорог, я хотел бы передать слово Анатолию Чебунину, заместителю генерального директора компании. И как раз у вас уточнить, вот Артем Давидович сказал как раз про механизм создания единого окна про инновации. Существует и развивается ли эта система единого окна инноваций в РЖД? Да, доброе утро, уважаемые коллеги. Большое спасибо за вопрос. Единое окно существует. Его можно найти на нашем сайте. Информация есть. Его найти можно с помощью функционала на разделе «Тендеры». И это окно работает уже не первый год, на самом деле. Какие есть уже у нас наработки по этому вопросу? На самом деле, вот был вопрос как раз про технологическую составляющую. Мы там в рейтинге вроде есть. Но инновации у нас, рассчитываем мы на инновации не только в технологической части, да, но и в управленческой части, в IT-шной части и так далее. То есть инноваций очень много. Мы вчера с коллегами достаточно подробно объясняли, разговаривали во время встречи, что такое инновация, где она, когда она начинается и как заканчивается, вот для чего окно нужно. Да? То есть идея, идет рассмотрение специалистами РЖД, причем заявка может быть не только от юрлиц, от физлица, от любых объединений. И если в этой заявке есть какая-то логика, какая-то польза для компании, соответственно, дальше это доводится до стартапа. На самом деле реализованных и доведений до старта не так много, но нам хотелось, чтобы это было больше. И следующий наш шаг – это, наверное, не пассивный сбор информации, а выставление задач, чего бы мы хотели, в какой бы части мы хотели видеть инновации. И вот это вот сформулировать эти задачи, сформулировать это направление – наша важнейшая задача. Я думаю, в ближайшее время мы этого добьемся и разместим на сайте. Да, благодарю вас, друзья, аплодисменты. Компания, которая заняла одну из позиций в технологическом развитии по показателю. Давайте так, вот это была такая условно позитивная часть нашей с вами сессии. Мы поговорили о тех результатах, которые у нас достигнуты на текущий момент. Но, безусловно, нам, наверное, имеет смысл двигаться дальше и поговорить о тех изменениях, которые требуется нам еще внести именно по этой теме. Я сейчас хотел попросить поставить видеоролик. Это блиц-опрос предпринимателей, который мы провели накануне, которые вот как раз высказались на тему, что их сейчас волнует и что их тревожит, какие изменения требуются. Пожалуйста. Тендерная документация была написана под конкретного поставщика. Мы подали все документы, у нас были выполнены все требования, нас не допустили.
На вопрос, а почему вы нас не пускаете? Я сказал, ну вот так вот. А бывали случаи, когда и не пускали в здание, доходило иногда до маразма, что не был, был заказан пропуск. Пока заказывали пропуск, время прошло, извините, приемочная комиссия ваш конверт не примет. Это, наверное, в первую очередь довольно жесткие требования, которые предъявляют заказчики, и невозможность с нашей стороны согласовать какие-то изменения в договоре. Когда нужно отставить свои интересы, не нужно бояться, не нужно эту ситуацию замалчивать. Работают жалобы, можно спрашивать разъяснения. Порядка 90% жалоб мы выигрываем, жалуясь на действия, на бездействие заказчика. Какие-то некорректные ссылки в проекте госконтракта. Все рассматривается достаточно быстро в сроке. Если мы сделали что-то вместе с крупной компанией и для крупной компании, то почему это нужно выставлять на торги? Должна быть проработка непосредственно до конкурса, то, что у нас запрещено. Я считаю, что у заказчика есть право выбирать подрядчика. Главное, чтобы он был квалифицирован. И заказчики очень сильно боятся заключать договора с неопытными компаниями. Когда выходит просто 10 компаний, они рушат цену, а потом тот, который победил, говорит, что, о, вы знаете, ну я же не читал ТТЗ досконально. Выходят на рынок компании, которые демпингуют цены. Устанавливать какой-то порог снижения из здравого смысла, из знания рынка, ниже которого не следовало бы опускаться. Всего описать в контракте практически нереально. На каком-нибудь великолепном совещании заказчик может сказать, что я вот хочу по-другому. Нужно, может быть, какие-то конкурсы объявлять на написание ТЗ непосредственно, да, чтобы профессионалы написали ТЗ. Что-то в виде рейтинга для малого и среднего предпринимательства. Срок оплаты со стороны заказчика, он не должен превышать 30 дней. Для нашего производства горизонт планирования составляет примерно 6 месяцев. Можно сказать, что в целом любой бизнес, я думаю, выиграет, если горизонт планирования будет длиннее. Зайти на рынок стало проще. Потому что все оцифровалось. Я думаю, что в этом плане тенденция будет улучшаться и меняться. Все есть в открытом доступе, у тебя есть все в электронном виде, тебе не надо писать какие-то официальные запросы, там, чтобы получить разъяснение. У тебя все есть в цифровом виде. Читай, осмысляй, подавайся, выигрывай, работай. Друзья, я вас хочу попросить поаплодировать, потому что это те предприниматели, которые согласились публично озвучить те проблемы. На самом деле, если вы помните, я в прошлом году, после того, как такой же ролик мы показали, я вам сказал, что мне удалось просто с некоторыми из этих предпринимателей пообщаться за пределами, то есть кто-то не готов озвучивать какие-либо проблемы на камеру, но я могу сказать, что вот те проблемы, которые я в прошлом году озвучивал, я сейчас напомню о них, они на самом деле упоминались и в этом году. Это и банковские гарантии, когда заказчики готовы работать только с рекомендованными банками, и спецификация под конкретного поставщика, и использование так называемых фирм-прокладок, через которые поставщик не может пробиться. И есть в том числе определенные проблемы с выращиванием вот этих самых поставщиков, которые, ну, в общем, есть определенные проблемы с тем, появились они или нет. Поэтому я сейчас хотел бы дать слово Александру Сергеевичу Калинину, президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Александр Сергеевич, ну вот, конечно, безусловно, хорошо говорить о позитиве, но мне кажется, что конструктивная критика, она гораздо более, скажем так, позитивно сказывается на изменениях. Поэтому я вам хотел бы вот прям конкретно вас спросить, могли бы вы сейчас назвать топ-3 проблемы, которые еще сохраняются в сфере закупок и которые действительно имеют смысл обсудить и какие-то изменения провести? Вообще квотирование закупок и саму процедуру закупок у государственных корпораций, конечно, в свое время «Опора России», агентство стратегических инициатив буквально, ну, с боем доказали, что это необходимо. Вышло известное постановление 1352. Оно, кстати, 2 года согласовывалось, если кто помнит историю. И именно вот такая совместная воля агентства стратегических инициатив «Опора России» и воля президента нашей страны позволили появиться этому документу. Но одно дело вот создать видение, да, ситуации, создать нормативно-правовое основание, а другое это, дело это сделать. Вот как сделать, когда с одной стороны крупнейшие государственные корпорации со своими процедурами,
со своей бюрократией. Как заставить создать этот механизм непосредственно, чтобы он работал? И вот это смогла сделать государственная корпорация малого и среднего предпринимательства за это время. Это сложнейшая работа, работа с более чем 1500 государственных компаний. Это каждодневный труд, это огромные нервы, это огромное, в том числе, грамотное прописание бюрократических процедур. Это и квалификация, предквалификация, система расчетов, допусков, мониторинга. Постоянно идут, значит, встречи работников госкорпорации с госкомпаниями. Отдельно хочу сказать добрые слова коллегам Александра Арнольдовича, Наталье Коротченковой, которая департамент, который ведет всю эту работу. И вот мы видим вроде фантастические цифры. 3,2 триллиона закупок, которые прошли по специальным процедурам. Десятки, сотни тысяч благодарных компаний малого бизнеса, среднего бизнеса, которые благодаря этому вырастили свой бизнес. 362 тысячи позиций. Но цели еще более амбициозные. 5 триллионов к 2024 году. Вы знаете, что национальный проект по малому бизнесу, там самый крупный блок и по деньгам, и по ожиданиям, это акселерация. Акселерация невозможна, если рынки сбыта для малого и среднего бизнеса не будут расти. Ну, априори, если у тебя не покупают больше, то никакого роста не будет, это аксиома. Поэтому мы и опора, и агентство стратегических инициатив, мы считаем процедуру закупок, ее нужно мониторить, ее нужно улучшать, ее нужно расширять. Теперь вот эти три вопроса. Первое, самое главное, о чем говорят наши предприниматели, это система расчетов. Мы абсолютно поддерживаем инициативу Минфина. С 1 июля они начинают эксперимент по государственным закупкам. Они в электронном виде создают систему прохождения актов подписания приемки работ. И как только это пойдет по 44-му закону, то, конечно, это нужно будет потом распространять на 223-й закон. Ведь о чем говорит бизнес? Вот я был в Красноярске недавно, общался. Люди сделали работу еще осенью. Им по разным причинам просто не подписывают акт. То ты кабель не сертифицировал, то еще что-то. И это длится уже, там, получается, 8 месяцев. 100 с лишним миллионов рублей, разные контракты. И таких сотни примеров я могу привести. То есть система прохождения актов, она должна быть в электронном виде. Должны быть четкие сроки. Либо ты за 30 дней, если это услуги, подписываешь акт, и либо ты его не подписываешь, но присылаешь обоснованный отказ. И что нужно доделать? Когда это будет в электронной базе, предпринимателю, даже если он идет в суд, уже не нужно привозить в суд горы переписки. Он прямо с государственного сервера снимает вот эту вот переписку, и это должно быть основанием для судебных разбирательств. Вот очень важно это перевести в публичный электронный вид систему прохождения актов приемки передачи услуг, либо, значит, документов по передаче товаров. Это, я считаю, первое, что главное нужно сделать. Министерство финансов и казначейства, наши союзники, нужно посмотреть, как закончатся вот первые опыты по 44-му закону, потом транслировать это на 223-й закон. Второй большой момент. 5 триллионов не достичь, если не увеличить квоту по спецторгам. Если вы помните, сейчас она 15%. А с правилом второй руки по субподряду 18%. Есть стратегия развития малого и среднего предпринимательства, где эта квота должна плавно увеличиваться из года в год. Только что на прошлой неделе Министерство финансов опубликовало проект нормативно-правового акта, в котором оно предлагает со следующего года обязательные закупки у малого бизнеса увеличить до 18%. А правило второй руки еще на 2%, 20%. Мы тоже это полностью поддержим. Это абсолютно отвечает стратегии развития малого и среднего бизнеса. А это, между прочим, документ верхнего уровня, который правительство Российской Федерации приняло еще в 2016 году. Почему это так важно? Ведь когда вот идут бодрые отчеты, что малый бизнес там гораздо больше, там далеко уже за... Иногда там называют цифры 30%, 50% кто-то. Но вы не забывайте об одном. У нас квота действует только в отношении конкурентных закупок.
Но есть еще большая доля закупок, которые ведутся у единственного поставщика. Есть еще перечень жизненно важных товаров, которые вообще в конкурентное поле не относятся. Ну, к примеру, там топливо и так далее. То есть у нас что получается? Закупки у единственного поставщика постоянно растут, то есть конкурентное поле сжимается. И, соответственно, мы говорим, что процент по конкурентному полю растет, но сам-то объем закупок, он далеко не такая динамика. Вот Минфин опубликовал динамику, там всего на 1.5% доля закупок по 223-му закону у малого бизнеса увеличилась за прошлый год. Посмотрите, документ сейчас есть на сайте правительства. Поэтому важно шаг за шагом то, что мы приняли вместе с правительством Российской Федерации, реализовывать, поднимать обязательные торги вот в следующем году до 18%. И, наконец, третий вопрос. Это тоже связан с акселерацией. Очень многие предприниматели и к нам на Президиуме опоры России благодарят госкорпорацию, но говорят, я вырос, у меня был оборот 3 года назад около 2 миллиардов, сейчас у меня 2,5-3. Но я уже не могу участвовать вот в этой системе закупок. Все, я уже не средний бизнес. Давайте либо поднимем порог среднего бизнеса, либо дайте мне право, ну, сколько-то лет еще участвовать в торгах. Ну, вообще логично. То есть мы людям дали руку, вытащили, а потом сказали, ну все, дальше уже ты работай по обычным процедурам. Тут нужно либо поднять порог среднего бизнеса, либо по всем тогда торгам установить предельные сроки расчетов, с моей точки зрения. Вот три блока, над которым «Опора России» вместе с агентством стратегических инициатив мы собираемся работать в ближайшее время. Спасибо, спасибо, отлично. Прям вот 3 пункта, я даже их пометил для того, чтобы с коллегами потом чуть позже еще внимательнее разобрать. Друзья, я сейчас хотел бы подключить к нашему диалогу с помощью ваших пультов, которые у вас находятся где-то рядом, подключить вас к нашему диалогу. Хочу, чтобы вы высказали такую позицию. Я вот просто вижу, здесь достаточно много представителей бизнеса, и многие были на наших предыдущих сессиях по закупке. Тем интереснее, наверное, нам будет сейчас получить результат. Я попрошу вывести сейчас вопрос на экран. Итак, как вы считаете, упростился ли доступ субъектов МСП к закупкам госкомпаний, компаний с госучастием за последние 2 года? Итак, значительно упростился. Нажимайте на кнопочку 1. Упростился, но незначительно 2, ситуация не изменилась 3, усложнился, но незначительно 4 и усложнился значительно на кнопочку под номером 5. Да, вот сейчас, да, у нас голосование началось. Мы проводили это голосование в 2016 году и в 2018, если вы помните, в прошлом году, и было очень любопытно как раз смотреть за динамикой. Сейчас мы получим результаты этого голосования и посмотрим, как было в предыдущие годы. Я думаю, будет достаточно интересно сравнить. Итак, как вы считаете, упростился ли доступ субъектов? Упростился, но незначительно, 34 практически процента, значительно упростился 26,7%, ситуация не изменилась 30%. Слушайте, интересно, я сейчас просто хочу, у нас есть как раз статистика по прошлому году, можно сейчас вывести ее на экран? Может быть, переголосовать? Добиться правильного ответа, я так понимаю, нам нужно. Но на самом деле, если просуммировать первую и вторую строчку, то мы увидим... А мы так и делали в прошлом году. 53% Александр Арнольдович считает, что ситуация улучшилась. И это хороший результат. Да, но это действительно очень хороший результат. В прошлом году я могу сказать, что вот сейчас 34%. А смотрите, в прошлом году отметили, что упростилось, но незначительно, 45% практически процентов. То есть заметили изменения гораздо больше, чем в этом году. В 2016 ситуация не изменилась, 55%. Но в любом случае мы видим, что динамика есть. Может быть, чуть-чуть замедлилась, но она есть. Это был, наверное, такой эффект низкой базы, что называется, там в 2015-2016 году. Изменения идут, что достаточно хорошо. Спасибо всем огромное за голосование. Мы тоже сохраним результаты, посмотрим, как изменится в следующем году. Я хотел бы дать слово Елене Дыбовой, вице-президенту Торгово-промышленной палаты. Елена была активной участницей
контрольных закупок, который проводил клуб лидеров в 2016 году. У нас был большой масштабный проект, и вы в том числе внесли такой существенный вклад в те изменения, которые мы сейчас наблюдаем. Я хотел бы вам примерно такой же вопрос задать, как Александру Сергеевичу. Назовите вот те проблемы, которые сейчас сохраняются. Можно не широким фронтом, чтобы мы вот прямо узко обозначили какие-то 2-3 ключевых проблемы. Пожалуйста. Спасибо большое. Я менее оптимистична, чем Александр, хочу вам сказать. И думаю, что если бы мы сейчас голосование с комфортных полей питерского форума перенесли бы в регионы, мы бы с вами получили немножко другие цифры той ситуации, которая есть. Почему? У меня есть презентация, несколько ярких картинок для того, чтобы, в общем-то, привести некоторые аргументы в то, что я говорю. И если ее поставят, я буду очень благодарна. Мне сказали, нужно обязательно дать команду. Так вот, я сейчас немножко пройду по той ситуации, которая есть. Да, вот мы с вами уже знаем, что есть такая амбициозная задача. Но вот я, например, для себя с большим вообще удивлением узнала, что в этом году посчитали всех участников закупок по 223-му федеральному закону, оказалось, что только 102 тысячи предприятий, предпринимателей, компаний малых, 102 тысячи. Вы знаете, я думала, что уж из 6 миллионов субъектов малого предпринимательства, как минимум, там хотя бы 20% принимают участие, оказывается, всего 100 тысяч. То есть база-то у нас на самом деле небольшая. Дальше, если мы смотрим, как у нас прирастают закупки малого бизнеса в целом, то для того, чтобы если такие темпы сохранять, то нам точно не дойти вот к этим 5 триллионам. Нам нужно, чтобы мы росли на 60% в год, ежегодно, а мы растем только на 8. И вот здесь, знаете, я хочу, чтобы мы порассуждали с вами. Помните, когда мы начинали, спорили отчаянно, в том числе на площадке ОСИ, 1352 принимали. У нас была действительно база, когда никто не верил, что малый и средний бизнес могут с крупными компаниями работать. И мы сейчас этот первичный слой, мы его прошли. Но давайте теперь порассуждаем, какой следующий шаг. Вот не просто увеличивать квоты, а давайте уже над такими смысловыми вещами подумаем, что принципиально нужно менять. Вот поэтому я построила так. Вот смотрите, мы все говорили, что цель всех этих закупок, увеличение, что должен развиваться производственный бизнес, что он должен прийти, и за счет того, что его крупные компании берут, он растет в стране. А что на самом деле? На самом деле мы сейчас видим, что при критерии самая низкая цена никакого развития производственного бизнеса в стране не происходит. У нас очень дорогие деньги, у нас практически невозможно брать кредиты, но и за счет закупок маржинальность-то резко упала. По закупкам нет у людей денег на развитие производственного бизнеса. То есть мы сейчас должны решить эту задачу. Мы должны наконец-то вспомнить про ту цель, которую мы озвучивали. Далее, мы говорили о том, что самые лучшие, самые качественные придут и будут крупным компаниям поступать. Мы рассчитывали, что у нас качественно. Что при критерии, опять же, самой низкой цены, что вынуждены делать производители? Они вынуждены уходить от качества. Но это объективные вещи. Но если падают цены на закупках, если друг друга предприниматели там до нуля снижают, бьются там за какие-то торги, что они будут делать? Они будут отказываться от определенных качественных характеристик, потому что сейчас они просто пытаются выжить на этом рынке и хоть каким-то образом сохраниться, вообще как-то сохранить свои коллектив или еще что-то. Еще раз повторюсь, самая низкая цена, она убивает целевую задачу всех этих закупок. Мы рассчитывали на то, что у нас количество субъектов МСП будет резко-резко расти, вроде бы. Вот такой классный рынок, вроде бы туда нужно идти. Но что мы сейчас получаем? Мы получаем, что такого роста-то нет. Посмотрите, мы несколько лет вокруг цифры 6 миллионов юридических лиц ходим. У нас нет качественного роста, нет предпринимательского, и дело не в психологии. Дело в том, что вот этот огромный рынок, который бы вроде бы ждет всех наших с вами малых предпринимателей, это многое из того, что называли и горизонт планирования, и рентабельность, и сложность вхождения, сложные процедуры. Но давайте реально будем говорить, крупные компании, у них свой уровень, свои требования –
И в конце концов, стоимость сертификации, которую в кулуарах называют, стоимость участия в торгах. Смотрите, когда мы говорили о том, что давайте компаниям, которые имеют опыт, репутацию, отменим хотя бы плату обеспечения контракта, обеспечение участия в торгах. Ну хорошо, за новых вы боитесь. Отлично, сделайте им какую-то входную историю. Хотя, по сути-то, это неправильно. Мы же должны людей стимулировать идти в торги. Но кому нужно это обеспечение? Мы замораживаем деньги бизнеса, которые баснословно дорого стоят на рынке. И очень многие предприниматели 10 раз подумают, а зачем? Площадке деньги дай, положи обеспечение контракта, за свой счет выполни контракт. Это что, развитие нашего с вами производственного бизнеса? И плюс, я уже хочу сказать реверанс в сторону самих заказчиков, у них-то тоже значительно выросли издержки. Они же вынуждены создавать целые департаменты, которые занимаются обеспечением всех этих процессов, отслеживанием процедур. Понимаете, мы ушли в процедуру, мы ушли от целей и задач. Мы все в процессе. У нас огромное количество людей обеспечивают процесс торгов, но при этом мы ровным счетом не достигаем такого результата, который нам нужен. Поэтому конкретные предложения. Первое – это вопрос финансов. Бизнесу нужны деньги. Нам нужны легкие, дешевые гарантии. Нам нужны в идеале авансы на того, чтобы выполнять. Я сама, когда участвовала в торгах, вот уже потом столкнулась с этим. Я 20 лет работала, мне платили 100% авансы. После того, как наступил 223 закон, я стала за свой счет делать ту же самую работу для заказчика. Они мне говорят: да супер, Елена Николаевна, спасибо большое, мы получили вообще совсем другую ситуацию, ровно наоборот. Заказчик должен иметь возможность, авансы, долгие деньги, поэтапная оплата. Нам надо решать вопрос финансов, без этого не будет. Предквалификация. Вот это сложный вопрос, мы его только-только к нему подходим, но я абсолютно уверена, что на рынке должна быть градация. Мы так боимся, что придут недобросовестные, что замучили, замордовали практически всех. Давайте скажем так, вот эти компании новые, они только приходят, с ними нужно работать отдельно, нужно посмотреть, смотреть, кто они, что, убирать однодневки, проводить предквалификацию. Но если у компании 10, 20, 50 выполненных контрактов, у них должны быть преимущества на рынке. У них должна быть возможность другого, вообще партнерского участия с крупными компаниями, и тогда мы получим качественно вообще другое. И я, конечно, поддерживаю абсолютно предложение по поводу того, что технические задания должны писать эксперты. Пусть это будет конкурс, это должен писать бизнес, потому что мы знаем, что сейчас современное, инновационное и так далее. Да, многие заказчики скажут, но мы же заказчики, не вопрос, но нет такого качественного, контрактного, вот зачастую как бы отдела, который вообще понимает все нюансы и детали. Поэтому сочетание профессионализма заказчиков и профессионализма исполнителей, предпринимателей, он даст ровно вообще другой эффект по техническим заданиям. Я уже не говорю о том, что мы уберем коррупционную составляющую, которая точно присутствует при написании технических заданий под конкретных своих. Причем это зачастую иногда эти коррупционные схемы там. Ну, у самих контрактных управляющих. Ну и последнее, это, конечно, то, что все это в целости, в совокупности, конечно, позволит качественный рывок сделать нового уровня. Спасибо. Спасибо. Прям вот... За вами можно, я не успеваю просто записывать такое количество изменений, что вот ваша экспертная позиция, мне кажется, здесь крайне важна. Я очень рад, что мы в свое время так хорошо вместе посотрудничали в рамках контрольных закупок. Я хотел бы сейчас в зал передать микрофон для короткой реплики, предпринимателям дать слово. Сергей Макшеев, директор по коммерческой деятельности компании «Ангстрем». Это компания из Ярославской области. 24 договора на сумму более... Это небольшое предприятие, 9 миллионов с 17 крупнейшими заказчиками. Сергей, так, Сергей, дайте, пожалуйста, микрофон, да. Сергей, давайте вот буквально минута. Вы можете сейчас обозначить одну проблему, которая, на ваш взгляд, уже решена и не требуется, так сказать, по ней изменения, и одну, которую, на ваш взгляд, еще стоит изменить?
Да, конечно, спасибо. Первое изменение положительное, которое мы заметили в этом году, точнее в 2018 году, это внедрение инструмента спецсчетов. Оно очень сильно позволило оптимизироваться работу компании. Соответственно, нам приходится средства не переводить точечно на каждую аккредитованную площадку для участия в конкурсах, затем мучиться тратить время с выводом этих средств, тогда как на площадке они поступали в течение 2-3 суток. Это все приводило к издержкам. Сейчас эти спецсчета, к примеру, он у нас открыт в ПАО «Сбербанк», он нам позволяет практически моментально зачислять средства для участия в закупках, и, соответственно, автоматически они разблокируются для дальнейшего списания. Это из положительных эффектов. Дополнительно, наверное, хотелось бы как раз-таки уделить внимание инструменту спецификации, как раз-таки утверждения спецификации с малым и средним бизнесом, технической части для дальнейшего участия в конкурсах, чтобы закупки велись избирательно под каждого заказчика. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Да, и Виталий Дмитриев, генеральный директор компании ООО «Рил» из Санкт-Петербурга. Компания покрупнее, 428 договоров, опыт компании на общую сумму 822 миллиона рублей, 81 крупнейший заказчик, взаимодействие с 81 крупнейшим заказчиком. Вот то же самое, совсем коротко, какие изменения вы почувствовали и какие проблемы сохраняются? Здравствуйте. Ну, если совсем коротко, мы на самом деле имеем довольно большой опыт участия в конкурсных процедурах. И для нас, конечно, наиболее важным является вот работа корпорации МСП вот по изменению законодательства и переход на электронные торги. Потому что раньше, конечно, это был ужас с этими бумажными пакетами. Теперь все намного проще. И на самом деле наш тот же тендерный отдел, он у нас не такой уж и маленький, но тем не менее тоже ограниченные возможности. Теперь он успевает намного больше. И возможности появились с анализом всех производимых торгов и проведенных, и проводимых. В общем, насчет этого большое дело. Вот для нас это основное, что облегчилось. Потому что тут еще вот сказал в ролике один из предпринимателей то, что пакеты, доставка пакетов, это была тоже большая проблема, конечно, бумажных. Теперь это ушло. Поэтому здесь очень благодарны, конечно, вот в этом изменении. А что хотелось бы сказать? Ну, конечно, так как и с финансами есть загвоздки, проблемы, и с планированием, так как, в общем, хотелось бы более ровно планировать свою деятельность по поставкам, и, конечно, хотелось бы более какое-то такое по срокам глубокое планирование, то есть как, ну, на максимум, сколько это возможно для предприятий заказчиков. Ну, там сейчас максимум, что мы видим, полгода-год, ну, хотелось бы как-то это больше, потому что нужно брать кредит под это, как-то обеспечивать оборотные средства. Это, в общем-то, вот основное. Да, спасибо, спасибо. Давайте я дам сейчас слово, был наш форум международный, я хотел бы дать слово вице-президенту ассоциации Юнипреза Виторио Трембини. Это крупнейшая ассоциация итальянских предпринимателей в России, которая уже более 20 лет представляет интересы итальянского бизнеса в России. Виторио, компании, которые работают в России, вы наверняка знаете этот опыт взаимодействия, в том числе с крупнейшими российскими заказчиками. Вот я хотел бы, чтобы вы поделились позицией, как вам это взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями, и могли бы вы коротко рассказать о том, есть ли какие-то существенные различия между взаимодействием с крупными компаниями Италии именно в вашей стране? Ну, спасибо за слово. Вы знаете, вот я читаю наши компании, которые работают в России, они итальянские, но русские уже. И это очень много. И не только итальянские, очень много компаний, которые приехали из Европы, создавали здесь производство. И они обеспечивают очень много заказов от крупных от российских компаний, государственных компаний. Я считаю, что вот работа, которую сделали МСП по поводу процентов покупки, которые должны быть у маленьких и средних бизнес,
Это очень-очень хорошо. Естественно, по закону нельзя выбирать жену, и правильно, то есть это... Но тем не менее, это вот попытка вот увеличивать количество маленький и средний бизнес именно в процесс покупки, это очень-очень хорошо. Некоторые наши компании участвовали. Я вот очень соглашусь на то, что сказала госпожа Дибова и то, что сказал Калинин. Почему? Ну, потому что, понимаете, вот возьмем автомобиль Аурус, новый лимузин. Как вы думаете, вот интерьеры, вот это лимузин сделали итальянская компания, которая находится около, недалеко от Тольятти. Вы знаете, сколько деталей на эти интерьеры? Больше 150. В Италии вот эти 150 деталей делают как минимум 150 компаний. У вас только одна компания делает. И вот эта компания, естественно, это не является маленький средний бизнес, то есть она уже крупная. Да? Поэтому я считаю, что вот если мы хотим сделать шаг вперед, на этот процесс, очень хороший процесс, на следующий год надо добавить один показатель на это вот. Что сделали вот государственные компании, чтобы создавать новые маленькие и средние предприятия? И здесь второй пример. Самые лучшие компании, которые делают трубопроводы в мире, это были итальянские. Это история, да, вот наши компании, которые вот сделали газопроводы и так далее, и так далее. Вы знаете, вот благодаря крупной государственной компании, сколько компаний родились? Тысяча. Ну, они, вот эти маленькие компании, являются уже лидерами в мире именно на этой маленькой нише. Поэтому это была вот именно инициатива крупной компании создавать. Такой же пример мы видели в Липецк в начале 2000 году. Компания Indesit купила Стинол. Там все сделали внутри. Все детали, пластмассовые, резиновые, все внутри. Аутсорсинг. Вы знаете, сколько компаний родились в Липецке и вокруг? Больше 100. Это новые предприниматели. Именно вот... Вот это вот пример, который нам надо вот сделать. Мы готовы помогать, потому что в Италии есть компании, которые, в принципе, могут приехать сюда. Инициатива маленькой среды, корпорации маленькой среды предпринимательства. Создавать вот эту информационную систему. Что мы покупаем за рубежом, что мы производим здесь. То есть я считаю, что надо не только вот опираться вот на закон 15, 18, 20%. Надо начинать вот это процесс. Почему? Потому что уже видно, то есть мы в Липецке уже производим комплектующие. У нас маленькие итальянские компании, которые делают комплектующие для холодильной техники и для других. Да? Это надо вот стимулировать российские предприниматели вместе наши, вместе с немцами и французами, создавать свое производство. Для этого нужны некоторые гарантии, про которые говорили госпожа Дибова. Я за эти гарантии вот, то есть соглашусь. Спасибо. Да, благодарю вас. Благодарю вас, Виктория. Я хотел бы передать слово Татьяне Гололобовой, директору по закупочной деятельности госкорпорации «Ростех». Татьяна, ну, корпорация у вас большая, и я думаю, что ну, довольно сложно, наверное, на все свои дочки распространять вот такие единые стандарты закупок, но, тем не менее, как вам это удается делать, если удается, конечно? Спасибо большое. Ну, действительно, Ростех – крупнейшая российская государственная корпорация. По нормам единого положения закупки на сегодняшний день работает более 600 предприятий Ростеха. По 2018 году 225 наших заводов являлись субъектами постановления 1352, то есть выполняли квоты закупок. Наверное, Ростех был в числе тех, кто больше всего сомневался в выполнимости всех задач, которые нам нарезали, с учетом, ну, я имею в виду в плане поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ввиду, конечно же, специфики той производственной деятельности, которую выполняют наши предприятия, и тех задач стратегических, которые как бы стоят перед Ростехом.
Но мы анализировали эту ситуацию. За три года объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства у нас вырос больше, чем в 4 раза, то есть 140 миллиардов рублей. По итогам 2018 года, это начинали мы с 33, в общем-то, это цифры хорошие. И я в этой части, конечно, хотела бы поблагодарить за сотрудничество, очень такое тесное, конструктивное, корпорацию по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, потому что много было моментов сложных, но вот именно такое рабочее взаимодействие, я думаю, вселил уверенность в нас и в наших заказчиков, и мы двигались в этом направлении. Но сейчас бы я хотела, пользуясь случаем, все-таки поговорить о проблемах общих. Да? Субъекты малого и среднего предпринимательства рвутся к закупкам госкомпании. Но вы знаете, парадокс в том, вот Татьяна Павловна не даст мне соврать, да, у нас ведь другая проблема. У нас очень маленькое количество заявок подаются на наши конкурентные закупочные процедуры. Ну, я могу сказать, что по Ростеху это 1,9 на закупочную процедуру, по Российской Федерации 1,5 заявки. Да? Это ну, чуть больше, да, плюс-минус. То есть это цифры, которые лично нас очень-очень настораживают и тревожат. Потому что времена, когда каждый сидит в своей скорлупе и думает, ой, не пришли, миновало, и слава богу, они прошли. А Ростех насыщен предприятиями коммерческими, которые заинтересованы в получении прибыли и, в общем-то, уже... Ну... той конечной продукции, которую мы производим. И мы начали анализировать тоже эту проблему со своей стороны, пытались понять узловые причины, что, где, как, почему. Мы проводим конференции с субъектами малого и среднего предпринимательства. Считаем, что это хорошая площадка для общения, для поиска совместных решений. Выделили для себя несколько узловых точек. Первое, вы знаете, вот как ни странно, это нам подсказали наши участники закупочных процедур, это сроки проведения. Процент состоявшихся закупок тоже очень низкий. И не только в Ростехе, он в целом по стране низкий процент состоявшихся закупок. И, собственно, выясняется, что 4 рабочих дня на закупочную процедуру – это далеко не всегда хорошо. Самый высокий процент состоявшихся закупок как раз по длинным процедурам, по конкурсам. А вот котировки-то в этой части, ну, наверное, тоже стоит об этом подумать. Наверное, не все то, что быстро, это хорошо. А второй момент. Да, что мы делаем в этой части? Мы сейчас активно проводим анонсирование закупок. Причем мы поняли, ну, как бы свою, наверное, ошибку, недоработку. Мы в этом направлении движемся активно и уже приняли решение соответствующее, что анонсы тоже должны быть качественными. Вот планирование трехлетнее. Там, или там многолетние, да, вот нас тут призывают, да, вещи это, конечно, хорошие, но вы поймите, мы тоже завязаны на своих заказчиках, да, на государственных. Далеко не всегда мы можем эти горизонты планирования отодвинуть. А вот сделать качественный анонс, наверное, да. Что я понимаю под качественным анонсом, когда не просто верхнеуровневая информация включается, да, что проводится, планируется провести закупка такой-то продукции. А когда в составе документа по анонсу размещается техническое задание, проект договора, я думаю, что это позволит, собственно говоря, наверное, и направлять предложения и замечания, в том числе экспертные, в отношении технических заданий, с формированием которых, конечно же, проблемы есть. У нас 98% закупок на сегодняшний день проводятся в электронной форме. Я думаю, что, вот, собственно говоря, тоже для облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы сейчас активно внедряем институт подачи альтернативных предложений. Но опять-таки для их проработки со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства тоже нужно время. Альтернативное предложение так вот просто не придумаешь и не вложишь. Его нужно, конечно же, проработать. Татьяна, еще минутка буквально и все. Все. А значит, еще хочу сказать о больной теме. Это упрощение состава заявки.
Мы здесь готовы двигаться и видели новый законопроект. Абсолютно поддерживаем. Мы считаем, что и выписка из ЕГРЛ не нужна, она в информационных ресурсах, и сведения о лицензии. Можем подвинуться и в отношении, конечно же, учредительных документов, потому что типовые уставы для ОШК уже приняты. Да? Но у нас есть другая проблема, вы нас тоже поймите. Мы должны проявлять должную осмотрительность. Да? Давайте как-то, наверное, контролеры, регуляторы, заказчики, поставщики, сядем и в этой части выработаем какое-то совместное решение. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Ну, действительно, один из крупнейших заказчиков, вы назвали цифру 140 миллиардов, да, если у нас объем рынка 3 триллиона, ну, 5% практически приходится на Ростех, это такая существенная достаточно доля. Я сейчас хотел бы поговорить еще о качестве закупок. Я знаю, что Интерфакс совместно с корпорацией МСП на постоянной основе проводит анализ качества закупок крупнейших заказчиков и субъектов МСП. Я хотел попросить первого заместителя генерального директора Владимира Герасимова поделиться актуальными результатами. Как обычно, к концу мы немножко ускоряемся. Да, постараюсь ускоряться. Не могу не согласиться с Еленой Дыбовой, что действительно мы участники рынка закупок, в первую очередь в процедурах, в первую очередь находимся в процессах. Но с другой стороны, вот то, что мы сегодня обсуждаем и то, что мы видим вокруг, все-таки есть движение и в сторону более качественных, сложных характеристик, связанных и с оценкой, обсуждением того, как можно правильно оценивать поставщиков, с доверием и лояльностью. То, что мы обсуждаем сегодня благодаря рейтингу, а не только чистой конкуренции в безвоздушном пространстве. У нас есть имена героев, а не только анонимные участники электронных закупок. И думаю, это неизбежно. И мы, анализируя рынок закупок, а это мы делаем уже 3 года, анализируя работу крупнейших заказчиков, работающих с МСП, тоже чувствуем в эту необходимость, учитывать и более качественные характеристики, поэтому в этом году смотрели не только статистику, но и проводили анкетирование крупнейших заказчиков. Если можно включить мою презентацию, которая позволит мне быстрее рассказать о некоторых итогах, которые у нас были, если можно, следующий слайд. Итак, что показал наш опрос? Ну, если говорить в целом, поскольку это было анкетирование, то есть понимание, что общий уровень удовлетворенности крупнейших заказчиков достаточно стабилен, несмотря на рост объемов закупок ОМСП. То, что сказано, связано, скажем, с претензионной работой, нет тенденции к увеличению. С другой стороны, есть стабильность в части того, что крупнейшие заказчики, работая с поставщиками МСП, в целом получают удовлетворительное качество, а в ряде случаев являются счастливыми заказчиками. Но вот один из участников анкетирования рассказал нам, что микрокомпания по итогам нескольких лет работы дошла до того, что имеет сумму контракта предельную на 32,5 миллиона долларов, выполняя работы по поставке банкоматов и ПО для них. Речь шла об одном из крупных государственных банков. Компании видят потенциал для увеличения роли МСП и определяют отрасли. И помимо традиционного уборки и клининга, есть и другие сферы: строительство, транспорт, где тоже есть, на их взгляд, перспективы для роста. Какие такие главные проблемы видят крупнейшие заказчики? Ну вот одна из таких довольно частых вещей, которая так или иначе звучала в анкетах, связана с доверием, связана с тем, что довольно часто приходится им сталкиваться с недобросовестными, ненадежными поставщиками. И как раз вот то, что связано с программами партнерства с МСП, которые 60% компаний планируют проводить, а 2% уже активно развивают, мне кажется, некая реакция на эту обеспокоенность, потому что это способ установления связей, повышения доверия, поиска правильных поставщиков, которые могут повысить конкуренцию на этом рынке. И в этом отношении уже есть позитивный опыт. Я знаю вот про опыт Россетей в этой сфере, которые ввели централизованную систему партнерства. И в целом это некий способ более активно работать по повышению этой вот зоны доверия с крупнейшими с поставщиками. Если можно, следующий слайд.
Если говорить о доверии, которое, естественно, должно быть главной основой для работы, то все мы знаем, что в нашей стране дефицит этой категории в сфере экономики, что выливается, в общем, в дополнительный налог на работу всех нас в той или иной форме, в том числе и следствием этого низкого уровня доверия является огромное количество формальных процедур, которые есть в закупочных процедурах. И, естественно, это и препятствие для увеличения количества участников торговых процедур. И здесь есть резервы роста, но и то, что сейчас уже мы видим на рынке закупок МСП, на наш взгляд, показывает, что есть и продолжается, и укрепляется позитивная тенденция в этой сфере. Про единого поставщика. Как известно, это главный инфантерибль нашего рынка закупок. Но вот видно, что в сегменте МСП доля единого поставщика составила по итогам первого квартала 19,8%. В прошлом году наше исследование показывало 25%. В позапрошлом также 25%. И это позитивная тенденция. Плюс к этому это более чем в два раза ниже, чем в среднем по рынку 223 ФЗ. Экономия, как мы видим, тоже в два раза выше в сегменте закупок у МСП, что, естественно, является следствием более высокой конкуренции. Что касается участия в закупочных процедурах. Ну, вот в первом квартале у нас показатель 1,76 по количеству участников. Это чуть ниже, чем было в прошлом году, когда была все-таки хорошая двойка, что в данном случае некие минимальный уровень конкуренции. Думаю, что это отчасти связано с некоторыми факторами первого квартала, когда довольно низкий уровень закупок, и всегда в предыдущие годы была тенденция увеличения этого показателя далее по ходу кварталов. Плюс к этому все-таки были законодательные изменения, связанные с регистрации, отбором поставщиков, возможно, регистрации в Едином реестре, я имею в виду, которые тоже, возможно, повлияли на этот фактор. Как вы видите, в целом показатели конкуренции выглядят значительно более выигрышно, чем в среднем по рынку 223 ФЗ. Если можно, следующий слайд. Позитивный тренд связан и с проведением более конкурентных процедур, конкурсов и аукционов. Как известно, приоритет этих процедур повысился в результате изменений законодательных в прошлом году. И вот, в общем, есть результат. Доля конкурсов и аукционов по итогам первого квартала в сегменте МСП достигла 25%. В прошлом году было у нас, по нашему исследованию, 14%, то есть рост практически в два раза. И есть шестикратное опережение по сравнению с общим сегментом, общей практикой 223 ФЗ. Ну, а где есть конкурентные процедуры, там есть, естественно, и экономия. И мой следующий слайд. В общем, Владимир, нам нужно заканчивать. Будет открытием. Я завершаю. Здесь очевидные цифры. Если есть три заявки, у вас есть экономия 20%. Поэтому, конечно, это важнейший резерв. Ну и завершая, хочу сказать, что, конечно, на мой взгляд, вот повышение и расширение этой зоны лояльности, зоны доверия в отношении крупнейших заказчиков и поставщиков из сегмента МСП – это важный элемент повышения конкуренции и снижения издержек, которые связаны с этими все формальными процедурами. И в то же время важная поддержка конкуренции, которая по-прежнему остается одним из главных резервов роста этого сегмента. Ну и следствием этого должно стать облегчение процедур, тех самых процедур формальностей и других бумажных дел, которые мешают нам, конечно, более эффективно работать на этом сегменте. Большое спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Я увидел, что Александр Арнольдович Браверман присоединился к нашей дискуссии. Доброе утро, Александр Арнольдович. Ну, вы пропустили много положительных слов, сказанных в адрес вашей корпорации. Но я бы хотел сейчас... Артем Давидович в самом начале говорил о сокращении количества электронных площадок. Если вы помните, что мы начали говорить об этом еще в 2015 году, тоже на одной из сессий Петербургского экономического форума. Много об этом дискутировали. Нужно ли
сократилось количество электронных площадок. Получается, 5 лет потребовалось для вот этого решения, да, какой-то определенный срок. Вот если мы попробуем стать некими визионерами и посмотреть, ну, например, 2024 год, то есть правильно ли я понимаю, что сегодня нам уже нужно планировать те изменения, которые произойдут через 5 лет? Вот я хотел бы к вам обратиться как раз с вопросом, что сейчас планирует корпорация МСП для того, чтобы через 2, 3, 5 лет произошли еще какие-то дополнительные положительные сдвиги? Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. И для корпорации большая честь и ответственность участвовать в этой секции, потому что без рынка, устойчивого рынка, который создается для субъектов малого и среднего предпринимательства путем закупок крупнейших, поставки крупнейшим корпорациям, невозможно функционирование сегмента МСП в принципе. Отвечая на ваш вопрос, несколько моментов, которые мы считаем важными. Первое – это большая предсказуемость для субъектов МСП и для крупнейших заказчиков самого закупочного процесса, объемов и номенклатуры. Что мы для этого планируем сделать? Это отражено в паспорте национального проекта. Надо вносить изменения в закон, которые касаются прогноза трехлетнего, вернее не прогноза, а трехлетнего горизонта закупок. Мы представляем себе это следующим образом. Первый год, так же как и был, он остается крайне детализированным. Второй год агрегировано, укрупненная номенклатура, потому что рыночные изменения происходят очень быстро, и мы не можем пытаться навязать компаниям по-номенклатурно даже со второго года. А третий год – это прогноз. Значит, второе, что мы хотели бы сделать, это отражено на слайде, это ужесточить административную ответственность за нарушение сроков оплаты. Потому что сроки оплаты, несмотря на все усилия Министерства экономического развития, корпораций, общественных объединений, в том числе там «Опоры России», «ТПП», «Деловой России», «РСПП», пока остаются фактом. Да, и наша работа с Генпрокуратурой пока совместная не дала того конечного результата, который мы хотели бы видеть. Поэтому ужесточение ответственности, на наш взгляд, должно быть и с нами, в принципе, согласны. Значит, мы инициировали в свое время, тоже вместе с Минэкономразвития, внесение изменений в Гражданский кодекс касательно факторинга. Значит, такие изменения были внесены, и мы хотели бы распространить на поставщиков механизм факторинга в закупках у субъектов МСП. Вот основные изменения, если мы хотим видеть их в трехлетней перспективе. Почему не пытаюсь забежать дальше? Потому что планирование, бюджетные процессы, планирование в целом в стране выстроено, ну, кроме там долгосрочных совсем каких-то прогнозов, и они совсем агрегированные, выстроено, вы знаете, по трехлетнему принципу. Бюджет верстается трехлетний. Поэтому вот на горизонте трех лет мы видим это так. Мы будем совершенствовать механизм взаимодействия, совершенно очевидно, с крупнейшими заказчиками путем дальнейшей акселерации процесса партнерств. Это тоже очень важно, потому что партнерство является одним из ключевых моментов, которые формируют доверие. А доверием мы этим дорожим, потому что вот те цифры, которые приводил Владимир Владимирович Герасимов, мы их все время отслеживаем, мониторим, и они свидетельствуют о том, что создана дорога с двухсторонним движением. Крупнейшие заказчики поверили в то, что субъекты МСП могут поставлять продукцию в срок, как мы видели, по цене ниже, чем по 223-му в целом. И качество этой продукции удовлетворяет крупнейших заказчиков, иначе они бы не расширяли объемы закупок. Вот, поэтому партнерство и такая работа, если хотите, разъяснительная, пропагандистская, которая касается стыковки заказчиков и
поставщиков путем проведения совместных семинаров, а таких 160, да, Наталья, мы провели, да? 176, да, 176 семинаров, это в более чем половине субъектов Российской Федерации. Мы будем это продолжать. И, знаете, мы вот вчера, наверное, тот, кто участвовал в круглом столе по рейтингу регионов, слышал, да, когда начали, нам вопрос задали, собираетесь ли вы расширять как-то инструментарий, модератор. Ну, что еще нового корпорация может сделать, что еще нового дать? Значит, в мандате корпорации сейчас, кроме трех базовых направлений, закупки, финансирование, бизнес-навигация, это такие магистральные направления, которые, рискну предположить, себя уже оправдали. То есть они квантифицированы, подтверждены, и они себя оправдали. Но у нас женское предпринимательство отдельно. ДФО, СКФО отдельно, Дальневосточный федеральный округ отдельно, СКФО отдельно. Кстати, по закупкам они отдельно идут. И там наблюдается существенный рост закупок. Значит, по первому году он составил, по-моему, 62%, да, Наташа? 62% составил по ДФО. И каждый год мы прибавляем по 25% по Дальневосточному федеральному округу. У нас отдельно есть программа по людям старшего возраста. И тоже мы планируем там особые механизмы допуска к закупкам тех предприятий, которые мы идентифицируем как предприятия, которые базируются на работниках старшего возраста. Поэтому нам новый какой-то инструментарий изобретать или какие-то новые прогнозные вещи, наверное, надо сфокусироваться на результате и делать. Да, спасибо, Александр Иванович. Вы помимо тех наших положительных откликов в адрес корпорации, которые вы пропустили еще рейтинг, который мы как раз представили, но я знаю, что помимо этого есть у вас еще специальная номинация, которую вы как раз хотели представить. Но я, Александр Иванович, если вы позволите... Я не только пропустил, я и забыл про это сказать. Мы, значит, если вы разрешите, большое спасибо, да, что подсказали. Значит, мы попросили наших организаторов, и мы им благодарны за то, что они с нами согласились, разрешили нам это сделать. Мы сделали 5 специальных номинаций для тех, кто нас учил, когда мы стартовали. Потому что мы ведь когда стартовали, мы, ну, цифры вы помните, да, было 64,7 миллиарда рублей. Ну, то есть 1 миллиард долларов США. Сейчас это 47 миллиардов. И бесспорно мы учились. Мы учились у Роснефти, у РЖД, у Росатома, у Россетей и у Ростеха, конечно же. Вот, прямо по всей вертикали шли. Вот, ну, тогда Сергей Владимирович Кириенко был, да, значит, соответственно, Роман Зиманов, который сейчас продолжает трудиться. Значит, в Россетях, соответственно, это не Левинский был еще, а Бударгин. Я не знаю, Юра Зафесов здесь, не? Вот Юра, значит, с Юрой продолжали работать. В Ростехе, значит, соответственно, Сергей Викторович Чемизов и Татьяна Гололобова здесь, да? Ну вот, значит, и так вот мы всю вертикаль проходили, нас учили, на самом деле, обучили. Но мы старались это впитывать, и поэтому не можем не выразить свою благодарность таким образом. Спасибо. Да, Александр Иванович, ну, мы сейчас в любом случае отметим и вручим. У нас еще, я сейчас для зала просто хотел сказать, что не расходитесь после сессии, у нас будет еще награждение. Но я бы хотел попросить в конце нашей дискуссии, в конце нашей сессии, чтобы... занимается выработкой политики в сфере закупок, подвел некий итог. Это Минфин, как и говорил, что те новации, о которых мы сегодня в течение всей нашей сессии говорили, это, ну, в том числе достаточно существенная заслуга здесь Министерства финансов. Но тем не менее существуют еще, конечно, безусловно, какие-то определенные проблемы. Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов. Татьяна, ну вот давайте тогда в конце, если вот поскольку вы уже тоже услышали, какие для себя вы могли бы выделить какие-то определенные перспективные направления в сфере закупок, над которыми еще имеет смысл поработать?
Спасибо большое. Наверное, хочется сегодня отметить, что регулятор, как и раньше, так и постоянно на сегодняшний день, остается той площадкой, которой аккумулируются как положительные отзывы, так и отрицательные отзывы. И, наверное, наша основная задача – это как раз с правовой точки зрения урегулировать все те негативные моменты, чтобы направить их в позитивное русло. Сегодня уже обсуждалась та работа, которая была проведена по электронизации закупочной деятельности, по переводу закупок в электронную форму. Мы с этого года перешли в фазу, когда все конкурентные закупки среди субъектов малого предпринимательства должны проводиться в электронной форме на определенных операторах электронной площадки с применением спецсчетов. Это все хорошо. Еще задача у нас, безусловно, за этот год решить вопрос об введении квоты спецзакупок среди субъектов малого предпринимательства исключительно в размере 18%. Но, как всегда, речь, когда мы ведем по каким-то тематикам, наверное, самое важное – это детали. Квота есть, квота 18 предусматривается именно для спецзакупок. Но если обратить внимание на разницу терминологии в законодательстве, то это не означает, что все 18% пройдут конкурентным способом закупок, а именно в электронной форме. То есть мы сейчас, начиная проводить электронные процедуры, с января этого года еще не устанавливаем обязанности, что все 18% должны быть исключительно только в форме электронных процедур, сохраняя сейчас технологию, возможность проведения спецторгов, в том числе и на бумажных носителях. Наверное, наша перспектива и наша задача по итогам мониторинга применения электронных процедур все же перейти к обязанности осуществлять спецзакупки, все спецзакупки среди субъектов малого предпринимательства, вот эти 18% объема, исключительно на операторах электронных площадок. Но до того, как мы перейдем к уже непосредственно такому следующему, наверное, существенно радикальному шагу, наверное, любые электронные процедуры невозможно провести правильно и понятно, когда не регламентирован механизм внутри самой процедуры. Мало сказать лозунг «проводим в электронной форме», но как любой механизм, как любой аппаратно-программный комплекс, он работает по заложенным алгоритмам. Пока алгоритм не заложен, не выстроен, программа будет задавать сбой. Мы сейчас находимся в начале пути. Мы предусмотрели проведение процедур в электронной форме, но, к сожалению, в настоящее время у нас не решен вопрос непосредственно к требованию к составу заявок. Здесь есть моменты, связанные с опасением как самих участников, когда мы уже слышали неоднократно, в том числе на площадке торгово-промышленной палаты, опасения субъектов малого и среднего предпринимательства связаны с тем, что постоянно меняется требование к составу заявки, требуют излишние документы, что, безусловно, сказывается не только на количестве участников закупки, но еще на том количестве, которое в итоге остается допущенным к участию в закупке. Поэтому, безусловно, наверное, следующий этап – это формирование требований к содержанию состава заявки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые можно предъявлять со стороны заказчика. Соответствующий законопроект, мы очень надеемся, что мы до конца этого года совместными усилиями и с корпорацией, совместными усилиями с общественными организациями все же проведем и обеспечим принятие его в этом году. Безусловно, также вторым элементом это еще введение соответствующих требований к обеспечению, которые используются участниками субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в закупочных процедурах. Прежде всего, наверное, урегулировать еще требования к банковским гарантиям. Но это все процедура, которая у нас ждет, наверное, всех нас. Всех нас ждет не только принятие, но еще последствия реализации и способность плавно адаптировать переходы к соответствующим новым механизмам. А если говорить по результатам, я могу сказать, что та работа, которая была проведена в настоящее время, позволяет нам по итогам, наверное, уже даже первого полугодия этого года, наконец-то понять, как заработал механизм электронных закупок. Учитывая, что для участия в соответствующих закупочных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе, мы сможем понять, а кто же к нам ходит на соответствующие закупочные процедуры. Мы сможем понять реальность существования, отсутствие аффилированности, реальная конкурентность. И самое, наверное, главное – это отсутствие или присутствие так называемых устойчивых связей между одними и теми же заказчиками и между одними и теми же участниками, о чем тоже забывать нельзя. И, наверное, как раз вопрос недопущения формирования устойчивых таких вот коммерческих связей является задачей не только при электронных процедурах, но и, наверное, еще самое главное –
опасность, которую ни в коем случае нельзя допустить при формировании вот озвученного сегодня программ партнерства. Это тоже важный элемент. Поэтому могу сказать, что, наверное, нас всех ждет большая работа и в этом году. Безусловно, наверное, задача правового регулятора – это принять те поправки в закон, которые обеспечат баланс интересов и между участников, и между заказчиками. Очень большую надежду возлагаем на корпорацию, потому что так сложилось, что корпорация, наверное, у нас является своего рода переводчиком вот, языков как между участниками закупочных процедур, так и, наверное, между регуляторами. Способность объяснить ту цель и задачи, которые ставятся, снять опасения, которые, наверное, вызывают чаще всего первые любые поправки законодательства, чаще вызывают у заказчиков опасения. Вот наша самая главная задача. Желательным путем, с пониманием той работы, которую мы проводим все вместе. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Друзья, я благодарю вас за эту интересную, конструктивную беседу. И я, когда готовился, у меня возникло ощущение, что у нас за последние вот эти вот 3-4 года, как мы проводим сессию на эту тему, немножко острота, как мне показалось, она спала. Хотя вот сейчас, опять же, выслушав, я понимаю, что есть еще масса замечаний, есть предложения, и более того, бизнес дает ну, некую такую мотивацию и некую обратную связь для того, чтобы все институты развития, в том числе федеральные органы власти, региональные органы власти, работали над тем, чтобы и дальше эта история менялась. Поэтому я думаю, что в следующем году мы вернемся вновь к этому разговору, и к тому времени я надеюсь, что вот рейтинг, который был сегодня представлен, и крупнейшие заказчики тоже проделают определенную работу для того, чтобы еще лучше повернуться к бизнесу лицом. Спасибо всем огромное и хорошего всем дня. Друзья, значит, на этом наша официальная часть завершена, но я прошу вас не расходиться, поскольку прямо сейчас мы с вами наградим компании крупнейших заказчиков памятными наградами, поэтому те, кто куда-то торопится, тихонечко выходите, а я думаю, что и все компании сейчас здесь останутся для того, чтобы провести торжественную церемонию вручения. У нас же все готово, да? Я думаю, что поскольку у нас участниками процесса создания этого, да, пожалуйста, Владимир, да, участниками процесса создания этого рейтинга было агентство стратегических инициатив, поэтому я думаю, что и корпорация при поддержке корпорации МСП и клуба лидеров, поэтому Артем Аветисян и Александр Иванович, я думаю, что как раз и будут вручать эти награды. Друзья, я сейчас, поскольку у нас там достаточно много, я буду называть фамилии компаний, выходите все вместе. Итак, друзья, значит, торжественное вручение памятной статуэтки. Награждается МосВДКанал. Приглашается заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Леонидович Зинин. Российские автомобильные дороги. Заместитель председателя правления по конкурентной политике Автодор Александр Сергеевич Соколов. Тюмень-Энерго, директор департамента закупочной деятельности Юрий Зафесов. Центральная пригородная пассажирская компания, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Михайлович Чебунин. Награждается Ростелеком, приглашается директор по закупкам Ростелеком Татьяна Викторовна Карасева. И Юрий Зафесов же за межрегиональную распределенную сетевую компанию «Центры Приволжья». Итак, друзья, вам вручается памятный сувенир, а также благодарность за активное развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Аплодисменты. Да, и памятная фотография, если я, к сожалению, не вижу, да, проходит ли награждение. Да, друзья, давайте тогда сделаем памятную фотографию. Спецноминацию мы помним, да, Наталья, все помним.
Так, теперь, наконец, спецноминация, о которой Александр Иванович говорил. Итак, награждается компания «Роснефть». Приглашается директор департамента планирования, управления эффективностью и развитием службы снабжения «Роснефти» Ольга Николаевна Паршакова. Компания «Ростех» Татьяна Михайловна Гололобова. Компания «РЖД» Анатолий Михайлович Чебунин. Компания «Росатом» приглашается заместитель генерального директора, директор блока методологии развития Академии «Росатома» Елена Игоревна Егорова-Кириллова. И компания «Россети», директор департамента закупочной деятельности Юрий Зафесов. Итак, это специальная номинация корпорации МСП для отличившихся крупнейших заказчиков. Да. Всем розданы призы. Совместная фотография. Друзья, а теперь нет, а теперь самое интересное. Да. Александр Иванович, а там еще есть немножко. Да, хорошо, да. Друзья, сейчас будет названо тоже достаточно много фамилий, пожалуйста, тоже выходите на сцену. Итак, для награждения благодарностью за активное развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства приглашается директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов Татьяна Демидова, да, она уже вышла. Вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Николаевна Дыбова. Так, Владимир Герасимов тоже у нас уже ушел. Заместитель губернатора Смоленской области Ростислав Робель. Тоже нет. Хорошо. Ну, вот так мы и раздадим сейчас все награды. Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пинягина. Заместитель председателя правления МСП «Банк» Роман Капинос. Давайте я буду называть. Выходите, пожалуйста. Да. Государственная корпорация развития. Директор блока закупок госкорпорации ВЭП РФ Евгения Гаджиева. Член правления, руководитель дивизиона снабжения ПАО «Интеррао», генеральный директор «Интеррао», Центр управления закупками Дмитрий Филатов, начальник управления правовой работы и корпоративных отношений «Интеррао», Центр управления закупками Александр Цепелев, генеральный директор «ТЭКТОРК» Дмитрий Сытин также приглашается на сцену, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования «Росгидро» Денис Торопов, замначальника управления анализа и контроля затрат финансового департамента банка ВТБ Илья Веткин. Да, пожалуйста, памятная благодарность. Директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанк Яна Лысова. Заместитель директора департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Елена Левадина. Руководитель направления электронных закупок Россетей Виктор Симоненко. Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МАЭСК» Екатерина Бугрова и генеральный директор ООО «РТС Тендер» Владимир Лишенков. Друзья, все, кто еще остался у нас на сессии, на вручение, да, выходите сюда. Поздравляем вас. Ну, собственно, как раз благодаря вам мы и чувствуем определенную заботу как бизнес, что вы вместе с нами взаимодействуете. Так, видная фотография. Мне кажется, вот там вот чуть-чуть, если девушки чуть-чуть переместятся в эту сторону, будет вообще гораздо лучше фотография. Или вот в центр, например. Вообще прям отлично.